Всем привет. Так, что, погнали по настройкам. Lixen Nota 20 Watt в нашем случае. Возникают вопросы у людей по программированию. Значит, так. Начинаем с загрузки. Вот сайтик ихний. Так, 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 сервис. Центр загрузок. Вот нам на первая строчка это дрова. И 15-я сама программа. Версия 11.01. Так, ну у меня скачано все уже. Я это трогать не буду ничего. Так, погнали. Программку запускаем. Так. Так, что нам надо в первую очередь? В первую очередь нам надо диспетчер устройств. Так, у меня, короче, поначалу проблем было дофига с этой штукой. У меня как USB устройство определялся кабель почему-то. У меня винда после установки, я это отключал обновление полностью все. Вот, может, с этим связано, а может, то, что чайник просто в компах, скорее всего, второе. В общем, ничего я не мог сделать, пока винду не обновил. Значит, и вот после этого только у меня стал кабель как компорт определяться. Так, включаем кабель. Так, вот он у нас четвертым портом стал. Так, так, значит, сейчас идем вот сюда, кнопочка у нас четвертый порт, закрываем. Так, включаем рацию. Так, кабель поставили, рацию теперь включаем. Так, рацию включили, кабель подключили, рацию включили. Пробуем прочитать рацию. Вот, получилось. Так, это то, что сейчас записано у нас каналы. Здесь у меня 8 ПМР-ок и 8 первых ЛПД диапазона с 1 по 8 канал. Так, что у нас тут? Значит, прописывать можно вообще любую. Там не обязательно по каналам шаг. Здесь можно хоть как это, ну, не соблюдая сетку, записывать. То есть мы этим в основном и пользуемся. Например, по 25 шаг идет. То есть можно 12,5, там можно 130, например, вот захотелось там кому-то. Или что-то в этом роде. Так, тут, значит, все фигня. Мощность, ширина пропускания, это полоса. Значит, субтоны. Субкоды, это цифровые, это аналоговые. Так, ну, с этим все понятно. Так, это значит, пароль задается на программу. Тут есть функционал такой, что можно ее сделать, что подключалось через определенное количество времени. Ну, это там в аренду вот сдают рации, там еще что-то-то в этом роде. Не знаю там, как, кто этим занимается. У нас этого нет. Так, это значит оповещение. Там что, она пикает и разговаривает. Там каналы, номера каналов. Так. Фанов.
Это, короче, она вентилятором оснащена рация, чтобы не перегревалась. И тут вот что-то типа того, что включение-выключение вентилятора. Наверное, могу ошибаться, потому что я сколько не пробовал, ничего у меня не получилось. Ну и как бы кирпич такой, что никогда я его не нагревал, еще не выходило, чтобы он у меня включался. Может, не слышал, не заметил. Ну, в общем, не суть. Короче, вентилятор там есть. И это хорошо. Так, значит, это чувствительность шумоподавления. Так, вот это вам нужно. Так, это через какое время выключится рация на передачу, чтобы не перегревать, ну или не засирать канал, там кнопку нажали где-то случайно. То есть больше минуты трендим, значит, через минуту она отключается, передача. Так. Ну и все, больше тут ничего, по сути, и не надо. Так, вот режим энергосбережения. Через сколько циклов? Один к трем, там один к... Ну, в общем, тоже вещь особо ненужная. То есть один к одному она просто... Это единственное, что если один к четырем загрубить, первые слова теряться могут на приеме. То есть если человек, который с вами в команде, не умеет пользоваться рацией, так скажем, нетерпеливый, начинает говорить и кнопку нажимает одновременно, первые слова теряются. А с этим режимом они будут теряться еще больше. То есть потому что рация как бы через определенное количество там секунд просто включается, ну там доли секунды, не знаю там как это все, какие единицы измерения у них там. Это может вот это, может, не знаю. Ну, в общем, чем меньше, тем лучше. Если вот у вас есть такие товарищи, которые не выдерживают паузу, то лучше не ставить это вот один к одному оставлять. Так, так-то нажал кнопку, через секундочку начинаешь говорить, тогда все услышат полностью твою фразу. Ну и, собственно, вот так это все происходит. Записали каналы, изменили, что вам надо. Имя канала сюда. Все сохраняем. То есть это у меня уже сохранено тут. Также потом раз. Нужный канал. То есть несколько файлов можно с разными каналами, и уже, чтобы каждый раз не переписывать, подключились, нужный файл выбрали, таким вот образом раз, все, выгрузить в рацию. О, что-то у меня зафонило, что, с микрофоном конфликт, наверное. Ну-ка. Так. Проблемка. Проблемка. У меня внешний микрофон по USB подключенный. И что-то... Потому что раньше такой херни не было. А хотя... Хотя... Так, нет, ком не отвалился. Все нормально. Включаем рацию еще раз. Пробуем повторно. Не хочет. Не хочет. В рацию выгружать не хочет. Так, надо провода пошевелить. Что-то там у меня напутано до хрена. Так, что у меня? Так.
Что-то вот задел, спиликал. Что-то задел. Ну-ка. Нет, опять нет. Что такое? Ну-ка. Давай порты передернуть. Так, так, так. Это интересная вещь. На старом компе у меня никогда такой проблемы не было. Ну там семерка у меня. Седьмая винда. Она мне, кстати, больше нравится, чем это. Что-то вот у меня все повисло. Все повисло. Закрыть программу. Все повисло. Так. Ну, будем считать, что файл мы там сохранили. Так. Включаем радейку. Так. Так. Проверяем порт. Перед каждый раз надо это делать, проверять. Так. Файл. Так. Выгружаем. Вот. Пошло. Все, зелененько пробежалось. Все готово. Выключаем рацию. Выключаем кабель. Все. На этом все завершаем. Скорее всего, это у меня конфликт тут с USB подключениями. Сидюшник у меня внешний включен по USB. DVD RV. Сейчас новые компы все без дисководов идут. Непривычно. Мне как динозавру нужны каменные яйца. Так, шутка. Ладно. В общем, на этом все. Конфликтуют кабеля. Ссылочку на сайт в описании добавлю. Всё, всем пока.